Большая морская улица. Ульица, большая морская. Всем бы привет хоть бы сказали. Здорово, ребятички. Hello. Вон кто хлопает. Хлопает. Dear friend. Михалыч нас куда-то ведет. Исаакиевский собор. Да? Исаакиевский. Мой любимый собор. Ладно, ребят, хватит баловаться. Сегодня прогулка по городу обычная. Затем, да, уже ближе к вечеру. Морская прогулка. А там чуть тепло, там что будет у нас? Типа уходит, да. Небольшой, с да? Ресторанчиком даже. А, ну все. А сейчас ребятам говорю, чтобы они запоминали обстановку в Питере. Потом в будущем, как мы окажемся в Италии, именно в Неаполе, чтобы они сравнили вот эту вот атмосферу, дизайн. Что, ну, похоже? Похоже, да. Похоже? Единственное, что отличается, это нету брусчатки. Да? Здесь нету брусчатки. Здесь нет брусчатки, да. А-а-а. Вот он, Исаакиевский собор. Он вообще уносит. Там площадочка смотровая есть. Ох, вот это красивый вид. Вот здесь я хочу сфоткаться. Михалыч, здесь фотаемся. Вон колонавт, вон люди стоят. Да. Михалычик. Мы туда пойдем? Да, сколько там стоит? 400 рублей. 400 рублей вход, да? Мощнейшее здание с виду. $450, да, получается, Михалыч? Все совсем. Нет, 400. 400 ровно? 150 рублей это на колоннаду наверх. Угу. Михалыч расстроился. Что скажи, Михалыч, на камеру. Мы взяли, да, опять профилактику. Вчера приехали профилактику. Да, сегодня пришли. Что нам везет с профилактиками в последнее время. Смотрите, какая лесенка, ребят. Интересно. Да. Винтовая. 43 метра, по-моему, высота. 43 метра? Или 46. Ну, около 40, короче. Около 50, даже точнее. Он бежит. Фитонешка. Мы с Михалычем сейчас задохлись тут сразу. О, все. Куда-то мы вышли. А вот та самая колоннада. Колокол видно здесь. Ну, сейчас все покажем, ребят. Иди посмотрим. Ага. В общем, так, коротенько все показали, все, что отсюда открывается, все, что видно. И что, спускаемся вниз? Сам собор, к сожалению, сегодня не попали. Бывает. А хотелось бы. Да. Михалыч любит? Собор. Собор.
Ребят, мы сейчас на Адмиралтейской набережной находимся. Тут нету никого. Пофотались тоже. Вот эти какие виды классные. Открывается. Сейчас по этому мосту, да, пойдем? Нет, сначала на Дворцовую площадь идем. На Дворцовую площадь? Александрийский, Стамбул, к Эрмитажу. Ага. В Эрмитаж не пойдем, просто так. Там потусуемся. В следующий раз. В Эрмитаж на целый день тратить. Да, в Эрмитаж в следующий раз как-то. Что, ребят, за моей спиной Дворцовый мост. Там дальше у нас Дворцовая набережная, судя по всему, начинается. Один из многочисленных львов, которых здесь не знаю сколько. Тысячи, много, наверное. Да. Ну не тысячи, но сотни точно есть. Да. Да больше. Помнишь, они считали там в фильме «Итальянцы в России» там? 145, 140, сбился со счета. Сейчас, 147, 148, 149, 149, 140. У тебя что, заело? Видимо, заело, 149. Ольга остановила этого зверинца. Ольга, остановите, 149, сейчас, 150, все. Так что очень много здесь. Ну что, Михалыч, где-то отсюда, да? Дальше оттуда будем стартовать. На морскую прогулку. На морскую прогулку с выходом. Пенский залив, да? Да. Что это, Дворцовая площадь? Да. Туристов немерено. Туристов, ребят. Но по мне, так я всегда считал, что здесь самый-самый центр Санкт-Петербурга. Ну, я всегда в детстве думал, что центр это вот здесь. Я не знаю, как это на самом деле, географически там, не знаю. Официально, административно. Москве Красная площадь, а здесь Дворцовая площадь. Ну. А вот он, знаменитый Роман Владимирович на фоне Эрмитажа. Ребят, народу вообще. Да мало-мало народу. На Красной площади больше. Больше иностранцев, чем русских. Потому что чемпионат мира, потому что. Ну их и так здесь много всегда бывает. Ну да. Это одно из мест, которых ну, реально не посетил, значит, и не был в Питере, в принципе. Вот он, Эрмитаж. Разводилы, Ромины любимые. Разводилы всякие ходят. Ух, я в адрес. Не подходите теперь ко мне. Слой он, слой. На лице написано, его, вот этих, в этих в очках написано, не подходить. Что, ребята, мы спустились к Неве. Смочить, как говорит Владимирович, лапки. Ну-ка, да, лапки. Ножки. Иди смочи. Смочит, точно. Эх, холодненькая? Нет, тепленькая, кстати. Так, можно купаться? Можно. Тепленькая. Ну что, я пошел? Давай, вперед, ныряй. Ныряй, Рома, давай. Давай, давай. Давай, раз, два. Только на миллион подписчиков. На миллион подписчиков нырнет отсюда. Все? Все, прообещался, все. Миллион подписчиков и нырнет отсюда. Все. Давай, готовься. Плавать. Плавать учись. Что плавать учись? Прыгнул? Прыгнул, выплыл. Ну да, получилось так удачно, да. Основные достопримечательности посетили. И погода хорошая. Ну как, ветер только маленький. Так, нормально. Прогулялись. Ну, какая-то на реке такая, да? Мне показалось, что у меня очки просто грязные. Такая дымка, да, какая-то? Дымка, говорим, Михалыч, где какая дыра? Дыра. Тучи голландец, ресторан. О май гад! Ты что сегодня тебя нападает-то? Приступы смеха. А? Цена ресторана? Ну-ка давай, на этом корабле. Красная икра 900 рублей. Больше классически 450. А, ресторан? Да. Котлеты из щуки из пюре 750. Ну да. Дороговато себе.
ресторан «Летучий голландец». Вот такой вот. Ядарён. Панораме. Не-не-не. Домодедово. Домодедово? Да. Почему именно в Домодедово? А я вспомнила, да, там делала блины с красной икрой, и вот они стоили, по-моему, или 550, или 750. Михалыч говорит, Кронверкская. Набережная. Корвет. Отсюда прогулки тоже. Ну, прогулок немерено, на самом деле, ребят, вообще немерено. Чайки жирные летают. Просто жуть. Свято сегодня трешит, трешует. Ну мне что-то смешно. Моментами тоже. Пойдем так, в момент. Так-то она грустная. Да, грустная была. Вертолеты летают кругом. Контролируют нас сверху. Чтоб лишнего не снимали. Да? 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 А? А? Что? Да-да. Вот он, Петропавловская крепость, стены. А также приглашаем на ночной отдых. Ромыч, мы не были на самом маленьком памятнике. Чижик-пыжик. Кошмар. Мы много в Рубинске. Все. 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 Едем. Михалыч, Чижику-пыжику. Все, бросаем сюда. Все бросаем. Ребят, мы уже на причале находимся. Получаем билетики свои. Мы электронные покупали. Но вот сейчас со штрих-кодом нам выдадут. В общем, купили билеты за 750 рублей. У нас комфортабельный теплоход и ресторан получается с двумя палубами. А вот эти всякие, они дешевские. По 400 рублей. Ну что, как ехать, мне не нравится. Ну, это обычные. А там мы. Трамвайчики, да? В том теплоходе можно с Владимировичем закусить, выпить. Смотреть, с видами насладиться. Да. А в какую сторону у нас получается? У нас Финский залив туда, да? Вот так вот. Круг туда, да, получается? Да. И туда. Огибает, и поедем мимо Лахта-центра, вот рядом поедем, потом этот... Михалыч, а вот стадион. Это вот, смотри, это вот разводные мосты, да, по-моему, да? Дворцовый, да, мост разводной. А это вот сейчас метеор уехал, наверное, в Петергоф, кстати. ДДТ? Света боится, что замерзнет. Оделась, как капуста, еще боится замерзнуть. О, ну совсем. Да я хоть тебя немножко поснимаю. Да. Ну давай что-нибудь скажи уже, хорошее. Я хочу подписчикам сказать, что подписчики самые лучшие наши подписчики. Да. На всем Ютубе. Однозначно. Ну-ка, The посмотрим best. В глаза. Честные. Все, ребят, заходим. Здравствуйте. Да, конечно, можно. Приятного путешествия. Вот так вот, ребят, подходим. Музычка, правда, играет. Будем переключаться периодически. Михалыч? Ну как? Как? По-брокерски? По-брокерски. Барчик за нами прямо. Цивильный. Да. Ну и тут у нас накрыта уже посуда, все готово. Карта, да? Как путешествовать будем. Вот парадный Петербург. Синие. Вот она. Садиться на трамвайчике. Да. Вот она. С выходом, да? Вот сюда, вот она. Может, сам говорит? С вином. Прикольная штучка. Ну давай. Литр. Говорил. Литр, елки. Свет, ты будешь сам? Нет. Лопать. Будет. Литроху, ты что, издеваешься, что ли? Лопнем. Заказывай скорее, мы сагрим. Литр. Не, я не буду. Пздыхи. Литровка к селе, да. Даже не разгибается, но застегнулись. Все, ребятишки, отправляемся. Отчаливаем. Либо лапки возьмем. Thank you.
Здесь содержались декабристы. Ребят, ну как более мы... Все-таки у нас поездка связана с чемпионатом мира. Чемпион-то сменился. Немцы-то все. Последнее место в группе. Кошмар. Вина писателя состояла одним из самых высокотехнологичных спортивных сооружений мира. Что касается возможностей гиганта, вместимость арены 68 тысяч зрительских мест во время спортивных матчей и 80 тысяч при проведении театрально-концертных мероприятий. Ребят, выходим. Курс держали правильный, слушались руля. Заходили в гавани, левали, справали. Да, Кинский залив. Два красивых лайнера, судно, корабля. Здоровый такой мост. Вспоминая строки Владимира Высоцкого, мы видим, как слева по борту открывается вид на пассажирский порт Санкт-Петербурга. Порт. Еще 10 лет назад лайнеры стоят. Волны Финского залива бились там, где сейчас на сотни метров взял бы камеру, застрял лайнер. Морской фасад. Первый и строительство пассажирского морского фасада в Невской губе началось в 2005 году. А уже в сентябре 2008 порт принял первый круизный лайнер. Заявленная пропускная способность порта 15 тысяч морской, да? Однако не только потребности морского пассажиропотока удовлетворяет намывная территория морского фасада. Я тебе не доверяю. Они используются для возведения целых кварталов. Чего мы сразу разворачиваемся? Это не особо мы в Финский залив-то вышли. Ну, немножко вышли. Потому что он не морской, это прогулочный катер. Ну да. А кон, видишь, буйки стоят. Да. Все. Там уже волны другие. Опасно. Мощей может не хватить. Какой-нибудь лайнер пройдет мимо и все. Да. Перевернет. Вот этот, ребят, карандаш видно даже из нашего балкона. Башни Мордора. Око Саурон. Да-да. О, пока молчит радио. Красота, ребят. Как, понравилась прогулка? Отлично, отлично. Стоит того. Я не знаю, как на других корабликах, так скажем, да? Может, подешевле, которые. Ну, здесь сумма такая приличная. Видели, какие удобства. И покушать можно хорошо. Глубь Васильевского острова. И выходящие на него только боковым фасадом. Ребят, мы хотим слово сказать, но нам не дают пока. 12 коллеги. Сегодня оно принадлежит первому в России Санкт-Петербургскому государственному университету. Это Automatin. Это первый. Ну что, ребят, все пришвартовались, как говорится. Там уже, смотрите, очередные, да, стражущие. Сейчас будет вечерний круиз, полторашка стоит. Да, вечерний круиз по Неве. Это маленько в другую сторону, не то, что где мы ходили. Мы в сторону Финского залива, а здесь, там дальше. Приветствуем напиток шампанское. Да, шампанское включено. Живой рояль будет играть, концерт. Вот там уже стоит оно, кстати. Да. Все, мы вам все оплатили, да? Все, спасибо большое. Спасибо, нам очень понравилось. Рада, что вам понравилось. Да? Понравилось. Не то, что тебе понравилось? Эти корыцы есть? Да. Да. Парни, лучше, чем эти корыцы, да? Михалыч говорит, лучше, чем эти корыцы, ребят. Да не знаю. Вот эти вот корыцы. Вообще неудобно. Да. Ты сидишь как в ресторане. Так это и есть ресторан. Да, мне очень даже понравилось. Это плавучий и ресторан. И красиво. И туалеты хорошие. Да. Приятно там находиться. Короче, ребят, мы стоим. Уже практически закат. Красота. Наш вердикт какой? Обязательное посещение. Да. Обязательное посещение. Баллов. Это не на корыце. Баллов сколько ставим? 9. Особенно если свиданка. Вообще. Если с роялем. С роялем. Вообще супер. И с шампанским бесплатно. Вечером. Вообще. Да. Под разводные мосты. Очень приятно там находиться. Все цивильно. Именно, ребят, на Астра, да, на том судне, на котором мы плаваем. Ходили. Плавает. Сами знаете еще. Ладно, все, ребят, пока. Мы домой, как обычно. А то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нам это помогает. Мы развиваемся благодаря вам. Всем пока, ребят. По скриптам. Yeah.
всегда, и все того же ждать самолетом. Девочка с глазами из самого синего льда, дай под огнем пулемета. Но завтра мы проснемся с тобой в одной постели, скоро рассвет, выхода нет. Ты ключ поверни и полетели. Нужно писать в чью-то тетрадь. Да вы-то не расходитесь. Кровью, как у метра.